Женька! Привет! Ушла уже, ушла. Да. Ничего, привет. Как дела? Нормально, но странно. Как настроение? Уже лучше. Уже странно. Лучше. Странно. А где мы живем? Слушай, ты можешь дать мне, пожалуйста, влажные салфеточки? Пожалуйста. Могу. А то, да, объективчик грязный. Прям сильно. Ого. Так. 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 Что-то тут не то. Вообще не то. А я все утро кричала, куда делась зажигалка мне? Саша говорит, да стырил кто-то. Что надо делать? Ну не знаю. Так, надо сжечь. Давай пакетик. Надо сжечь. Подержу пакетик. Сначала чего-то захватываешь. Мне нравится цвет бумажки. Мне тоже. Сейчас я подожгу метро Адмиралтейский. Не жги. Просто погрей немножко. Как она придумала? Просто умники и умницы, занимательная физика. Ну что там? Здесь водятся сурикаты. Может, это не очень понятно, но написано именно это. Да? Ну и где водятся сурикаты? Водятся сурикаты. Сурикаты водятся в сурикатнике. Я предполагаю, что это зоопарк этот живой. Контактный, что ли? А? Контактный? Да. Ну пошли туда. Ну пошли туда. Пошли туда. Пошли туда. Знаешь, где он? Да. Ну идем. Пойдем. Пойдем. Это очень странное ощущение, когда Александра убегает из дома с утра и говорит, что я слегка занята сегодня, мне надо встретиться с друзьями. Ну, мы придем, как бы, а потом давай погуляем. Ну, вот на Адмиралтейку мы все-таки приедем и пойдем гулять. А ты такой, ну ладно, пойдем гулять. Выгоняешь из дома Филимонову. Заставляешь Филимонову гулять с собакой, торопишься, такой прибегаешь. А тут то мамы нет, а Соня едет. А я еще думаю, что она так рано подскочила вроде. Проснулись такие, валяемся. Саша, ну, встает минимум полчаса. А тут просто будильник, Саша подрывается и бежит. Я, говорит, надо срочно в душ. Я пойду соберусь. Понятно. Тырила зажигалку. Привязывала ее. Прикольно. Надо будет узнать, каким образом она эти буквы сделала. Мне очень интересно. Для юного химика. Да. Загадка, да. Юного физика-химика. Че, идешь? Короче, камеру на это курю. Ну что, пошли. Ну иди там, я не знаю, вперед. Я сейчас должна заорать. Ну, может, я не знаю. Вот так вот кассир мне дает.
цветочки. Ты понимаешь Сашины рисунки? Это как-то? Я не уверена. Или это попкорн? Пакет под попкорн. Кодовое слово. Человечек между цветами. У нас квест. Не обращайте внимания на странную женщину с желтыми бумажками. Да, тайный квест. Да-да. Да. Хотите помочь разгадать? Не, он в курсе, не, пойдем. Он в курсе? Черт. Давай, разгадывай, давай. Знаете? Что там? Ну давай подумаем. Человечек между цветочками. Ага. Между букетиками. Ага. Я не совсем понимаю, что значит человечек между букетиками. Что это какой-то топтун. И кофе с двумя запятыми. Или не кофе. Газировка. У меня первая мысль Макдак. Или Бургер Кинг. Но все-таки это, наверное, кофе, правда? Или это... Я сама не могу, если или честно, это виски. Может, это ром с колой, но судя по тому, что это все-таки дымится и парится. А что-то там внизу тут валяется. Лужа, наверное, но кто-то нес неаккуратно. Мне вообще это какой-то мусор напоминает. Мусор? Сор. Если без двух, то сор. Ну, она нормальная? Так. Еще один помощник. А что вы хотите? Что вы делаете? У нас квест. А, квест. А я, может, чем-то помогу вам? Как вы думаете? Ну, может, можно поможете сделать. Ребусы нужно разгадать. Нужно разгадать ребус. Оу! А какая она правильная? Что к чему? Надо найти это, найти здесь. Так, ну это мусор. Мусор? Алло. Значит, сор, да? Сор. Мы возле дома великана. Вот и сор. А? Сувениры, значит. Так, а найти нет, разгадывать это непонятно. Человека с цветами. Она разгадывает. Ну, человека между цветами. Человека между цветами. Такой да. Квест. Ну, или не между цветами. Между цветах. Человек под чем? Значит, нужно сделать. Человек под цветами. Человек под цветами. Так. Это ведь только мусорка есть как бы. Ну, видимо, да. Я без думала кофе. Двух, это сор. Я тоже сначала думал, что это кофе, но... Значит, сор. Сор. А значит, здесь, нужно... может быть, сор. Это где-то должно быть в пределах этой локации, так скажем. Видимо, недалеко. Сор. Коп. А, помнишь? Надо еще помощь дала собирать. Мус? Нет, если вначале запятые. Да, значит, первых двух букв нет. Что вам будет за этот квест? Если честно, я не знаю. Счастье, да? Да, я много и бесплатно. Найду женщину, которая мне не сделала. А. Найду и покалечу. А, может быть, мы ищем женщину? Но с цветами? Она не совсем похожа на мою хотя... Да, сейчас дальше. Где женщина с цветами? Ты не видишь? Я вижу женщину с цветами. Нет? Ни одной? Да при чем тут женщина с цветами? Тут человек с цветами. Цветы между... Цветы по бокам от человека. Ноги в цветах. Газон. Газон? Не знаю. Это же цветы. Какой газон? Может, надо какой-то цветок? Это не может быть... А... Стоп. Сор? Значит, среди сорняка, где-то на газоне, наверное, вы должны найти человека с цветами. Вот это логика, там валяется человек с цветами. Не обязательно валяется, видите, он и бежит. Может быть, это пешеходный переход, в смысле, человечек? Мне кажется, можно нам... цветочный магазин... А, нет, нужно найти его, да? Может быть, нужно...
Что если нужно найти человека около цветочный магазин найти, где-то около какого-то сора, около какой-то лужайки. А, где у нас цветочный магазин поблизости? Хорошо. Начинаем. Понятия тебе поблизости вообще не имеет цветочный магазин. Мы неправильно куда-то, да, вообще? Где вам дали сказали, насколько нужно? Мне какая-то женщина вот сказала залезть в рюкзак, а нам... Шальные питерские развлечения. Да, вообще, оголтелые. Развиться молодец. Выходит человек в костюме пчелы. Улыбается, что-то знает. Уважаемый, нам нужна ваша помощь. Да. Отлично. А за четвертый урок приблизительно. Класс. Я знаю, человек в костюме пчелы попадает в четвертый урок регистра. Как нам это может помочь? Спой песню «Stand up and shout» из фильма «Рок звезда». Мне кажется, я где-то в зазеркалье сейчас. Я знаю. Попросите подсказку. Если... Я помог вам, чем смог. Могу еще дать затяжку. Удачи вам тогда. Все, что смог. Короче, я все поняла. Я все прочитала. Непростой задание. Да. Я не знала, на что мне делать. Непростое, окей. Нам хотя бы далеко отсюда надо идти? Ты тоже этого не знаешь. Так, надо разбираться. Что вот это еще может быть? Кроме человека с цветами? Да. На что похоже? Человек на что похож? На спички. Спасибо. У меня все в порядке с фантазией. Вот там знак, видишь? Похож? Я без... Ты вообще хорошо видишь? Нет! Ну вон, вон. Видишь знак? А-а-а! Похож? Похож. Но... Ну, так, ну, похож, да. Значит, пешеходный переход, все-таки мальчик правильно сказал. Так. И где-то мусорка. Видимо. Возможно. Найди, найди это. И вот он, да. Здесь. В мусорке? В мусорке. Ты должна рыться в мусорке? Ты серьезно? Погоди, а тут, может, не две буквы, а два слога надо убрать? Мусор? К. К. Мусор. К. Рка? К. Мусор. К. Иди, пиздечка. Да. Я могу, а это на подсказку дать. Это... место на две буквы длиннее, чем ты, это слово на две буквы длиннее, чем ты думаешь. Эти две буквы убирай. Стало легче? Вот, не подсказка была, а скорее наоборот. Подсказка. Это место два, на две буквы длиннее, чем ты думаешь. И эти две буквы убираются, и место открывается. И реально в зазеркалье это кролик, переодетый в пчелу с четвертым рок-регистром. Красном парке черный пыл. Вот. Люксор. Может, люксор вот тут? Люксор. Ну давай, думай, думай. Я думаю. Я понимаю, что где-то здесь локация близко. А ты тоже подсказываешь. В Гражданском парке черный пруд. Там листья цветут. Он с ним. Где же Ватсон? Я, что ли? А? Ватсон, ты я? Да, ты Ватсон.
ты усовершенствовался с камерой. Да, у него был блог, а у меня видеоблог. Так. Я сейчас просто смеюсь от того, что Саша мне написала такая: ну там ребус простой! Я боюсь, что будет дальше. Сорка, сорка. Найди это. А давай загуглим, как разгадывать ребусы. Я надеюсь, что это мусор просто. Я реально надеюсь, что это мусор, потому что может это и не мусор. Есть в Графском парке черный пруд. Там лилии цветут. Подсказка. Слушай, не слушай его, он пьян. Я не знаю, как гуглить этот ребус даже. Цветочный пешеходный переход. Их тут всего два. А вон там мусорка. Можем попробовать пойти туда. Ну, пойдем. Раз светофор зажегся, значит... Там еще. А? Это цветочки, как думаешь? Где тут цветы? Между цветами. Вот между цветами. Ну, и он должен быть вот там. Да, между цветами. Должен быть на. О! Скажи, пожалуйста, еще слова, ассоциирующие у тебя с этим. Мусор, еще что? Урна. Еще. Бачок. Еще. Кофе? Давай, еще. Грязь, уборка. Нет, нет, именно вот это что? Параша. Параша? Давай, давай, ну давай, я уже поняла это слово. Я сама долго тупила просто. Урна, мусор, кабачок. Ну еще, как в Питере это тоже называется? Это много где их, много. Свалка. Ну а по-другому? Мне кажется, у меня мозг в стрессовой ситуации не работает. Сказать. Ну это простое слово на самом деле. Да я понимаю. Свалка, бардак. Ну вот именно, смотри, их много. Мусорки. Где их много бывает? Машины их собирают, на свалке много. Нет, собирает она их? Не на свалке. Нет, собирает она их контейнерами. Где? Во дворах. Где? Между цветами. Ну где она собирает их? На улице. Ну понятно, как вот это ограждение вот называется, где оно все вот эти стоят? Соня! Я соберусь и решу. Давай. Все расплывало. Нет, это даже не плохо. Запечатляем мыслительный процесс на камеру. Нет, шестеренки вертятся на углу. Саша, ну не могу, что проще. Да на самом деле слово нормальное вообще. Это ты тупая, да. Слово нормальное, это ты тупая. Ну смотри, много контейнеров. Где? Вы поняли, что уже не на свалке. Да. Потому что свалка — это уже конечный результат, где они все лежат. Где их собирают? С какого места? Да со дворов же собирают. Ну да, а вот это...
это вот огороженное место, где много контейнеров, как называется? Окей, Google. Да, да, молодец. Хоть что-то. Синонимы слова мусорка. Так, всего найдено 6. Мусоровоз, мусоросборник, площадка, помойка. Так. Ну. Мойка. Отлично. Помойка. Вот она, питерская интеллигенция. Не знаю слова помойка. Итак, что мы выяснили? Свое оправдание. Значит, надо найти этот переход на мойке. Мойка у нас там. Ну, идем. Идем на мойку. Ура! Не прошло и года. Дебил. Я реально почему-то не подумала про помойку. Я, по-моему, все синонимы назвала, кроме нее. Это стрессорная реакция организма. Что нам надо? Нам нужен человечек. Вон я вижу. Стой, стой. Используй этот шарик. Спой песню про хорька. Рассматриваем один чмоки-чмоки. И я буду петь песню незабвенного Цоя Короленко. Она была просто прищепкой как-то. Да, прищепка, конечно. Давай подержу второй как-то. Суровая Женя. Суровая. И слезы потекли. Ура! Перед вами мой хорек, ничего себе зверек, ничего себе зверек, ничего себе зверек, если только он хорек. А хорек, поджавший хвост, убегает через мост, мчится быстро через мост, мчится быстро через мост, к небесам поднявший хвост. Папа застрелил мне хорька. Лапа, пара, 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 пара. Папа застрелил мне хорька. Давай, громче, громче. Папа застрелил мне хорька. Ну что, Александра? Александра, вот я и справилась с заданием. Где мой хорек? Я хочу его застрелить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Какие же хорёвки, хорёк, хорёк, меховой мой хорёк, хорёк. Хочешь Таруна? Птица быстро через мозг, небеса понявший вход, небеса понявший вход. Папа с горочки бежит, на земле хорек лежит. Что, и второй надо, да? А сегодня грызуны, то сурикаты, то хорьки. Квест, посвященный грызунам. Что, и второй надо? Давай. Только громко и мелодично. Я очень мелодично пела. Ну, сейчас давай к тому дяденьке пойдем. Он там... Четвертым регистром рок-октавы. Там четвертая октава забыла про хорька. А. На память. Я себе просто такой Плюшкин. Все забрала и там даже людей нет. Да. А вот Соньке надо тоже конфеты раздавать. Да. Вот. Мои любимые тоже. Да? И песня, наверное, тоже твоя любимая. О, да. Просто неси людям добро и все. Здравствуйте, возьмите конфетку. Спасибо. Ну, пожалуйста. Ну, очень надо. Возьмите конфетку, пожалуйста. Нет, спасибо. Да вы что? Это же конфеты. О, магазин это же. Потому что там снимать нельзя. Да пойдем по улице. А я угощу.
Выкрутилась, да? Она говорит, у нас от кого? Я говорю, я знаю. Идем, идем дальше. Там много еще осталось? Конфет? Да. Да, сейчас. Вот, вот. Здравствуйте, возьмите конфетку, пожалуйста. Все такие. Никто не верит в добро. Вообще. Это, кстати, правда. То есть намного проще, намного больше поверят, если я буду отбирать. Ага. А возьмите конфетку, пожалуйста. Прям сильно надо. Просто берете и забираете. Хорошо? Можете забираете. Две. Да, можете хотите две. Вот. Отлично. Ты говоришь, людей тут нет. Я дарю добро. Вы видите, я дарю добро. Возьмите конфетку. Очень надо. Да. Вы молодец, спасибо. А возьмите, пожалуйста, конфетку. А лучше две, вот девушка возьмет. Спасибо, спасибо. О чем цель ваша? А вот добро раздавать. Хорошо, у нас сегодня спасибо. День добра. Ну что там, сколько еще? Ого, еще 6. О, нормально. Успеем, да? Видимо, до какой-то локации добираемся. Попутно раздавая конфеты. Конфеты. Ой, вон еще двое людей. Когда вот ко мне тоже так подходили пару раз, ну я не знаю, почему тоже раздавали кто-то конфетки. Я брала. Как можно отказаться от конфетки? Да. Но я потом еще подходила и брала. Да, я бы с радостью подошла и еще и взяла. Почему-то мы идем прям пусто. А хочешь еще конфетку? Давай. Сейчас я ей раздам. Подкармливай видеооператора. Да, все правильно. Будет тебе добро. Добро-добро. Просто сейчас открой дверь и кидай, вон там двое людей. Им нужны конфетки. Выламываешь дверь. Да. Я на тех двоих надеюсь. Ну там как раз около 4. Они 5. Поняли, что у меня какие-то вообще намерения. Просто такие... Надо их. Да, включи все свое обаяние и обоняние. Смотри, они милые тетеньки. Рыкань любит конфеты. Все тетеньки любят конфеты. Да? Здравствуйте. А возьмите конфеты, пожалуйста. Зачем? Просто так. У нас сегодня день добра. Да, замечательно. Спасибо и, большое. И не одну можете взять. Да, две. Хорошо. Спасибо. День добра. И вам добра. Спасибо. И вам. Спасибо. Спасибо. До свидания. Вот. Ну и что там? Еще две. Вот как раз. А, там людишки. Твой президент. Представляешь, ты отдаешь свои любимые конфеты, вообще, ни одну не съела. Я просто надеюсь, что мне дивиденды какие-то. С книжкой под мышкой. Мне нужны питерские. Записочкой в кармане. А что с книжкой там? Ничего нет? Ну, я решила поэтапно решать вопрос. Ну ладно. Здравствуйте. Возьмите конфетку, пожалуйста. На сегодня день добра. Спасибо, девочки. Возьмите. Не все сладкое. Бедные люди. Поэтому вы злые и не берете конфетки в день добра. В машину. А можно реально у машин оставить? Повеситься на капот? Возле дворника, например. Просто положить, да и все. Я думаю, что никто не оценит. Сейчас по-любому кто-то попадется. Мы пока откроем Рейдер Дзен. Искусство написания книг. Саша предлагает написать мемуар. Мой хорек. Вот, с сетями. Ничего пока необычного, да? Пока ничего. Сейчас, видимо, с последней конфетой мне откроется истина. Далю ее. А, кулек нужен? Ну, посмотрим. Я
видела. Здравствуйте, возьмите конфетку, пожалуйста. Да, спасибо. Спасибо, на тебе конфетку. Хорошего вам дня. Спасибо. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. А что, кулек-то посмотри, может, там вот, да, что-то есть. То как-то в кульке вот это. Пугачёва. Праздник национального позора. Отлично. Что вообще? Так. СМИ Израиля. Самолет сбили исламисты. Что? Не, лучше это... Давайте отложим газеты. Сегодня же день добра. Ну ладно, давай книгу посмотрим. Людмила Гурченко. Ни закладочки, ничего. Ни замяточки, ни закладочки. Там в начале ничего нигде не написано вот. Там. Ну, я почему-то решила, что с середины тут много стихов. Может, это тоже надо пожить. А может, там на обложке что-нибудь есть? Сейчас опять будем. Помойка! Помойка! Но... написано интеллектуальным сценой. Ну пойдем. Не для меня. Пойдем посмотрим, куда нам. Это что? За человечек висит. Мама! Это странный художник. Давай спросим, что рисует этот художник. Есть художник? Здравствуйте, здравствуйте. Не угостите самокаточку. Я не знаю, что спросить, что вы рисуете? И почему Карлсон привязан к мосту? Держите, пожалуйста. Решаю. Рисую я. Вот нарисуйте лучше меня. Тогда вот. Лучше вас, я вас не нарисую. Мне свой автопортрет, пожалуйста. Свой? Конечно. Ты. Ну, давайте. Ваш. Нет, ваш. Вон. Да, сколько можно себя рисовать? А руки-то деревянные. Вообще замерзшие. Но ради искусства. А еще я рисовать не умею совсем прям. Сказать, что совсем не умею рисовать, ничего не сказать. Да-да-да, рыжие волосы, я вижу, пошли рыжие волосы. Да, пошли, уже пошли. Вот. Ты там потом как-нибудь их накрась рыжим. Там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей. С ними золотой орел небесный. Так, где моя бровь одна? Вторая нормальная. Одна повыше. Все как надо. Только еще и неровно выщипанная. А, да? Mm-hmm. Еврейские глазки. Вот. Реснички немножко накрашены.
подведенные глазки. Один косит. Давай, старайся, старайся. Не грязи в нос. Объект всех шуток. И губки бантиком. Ну, слегка косоглазая Женя. Слегка Женя. Надо. Какие губы. Да, я очень хочу нарастить себе губы. Да. Комбинезончики. Один палец опух. Что они Карлсону пристали? Ты за Карлсоном следишь вообще? Потому что мне нравится этот Карлсон. Да. Очаровательный квадратный палец. Да. Пису-пис. Да? Да. Оно, да? Узнаваем просто на раз. Как вы считаете, маэстро? Ну, вам за меня расти и расти. Вы поставили бы вы здесь мою, тогда бы, возможно, научились. А теперь... С чем пришла к тебе, Саша, на первое свидание? Саша. Ответ на это поможет. С голубцом! Она пришла ко мне с голубцом. Использую это слово. Голубец. Как можешь. Голубчик. Голубь. Карлсон. Нет. Голубой. Чего-то у меня не хватает, чего у тебя есть. Саша, телефон. Думайте. Чего тебе не хватает, чего? Пуцки от шариков, записочки. Телефон тебе не просто попытался. И что? Это надо его вскрыть, взломать. Ну, я бы с радостью дать переписку. Какой пароль? Голубец? Голубец. Найди на Дворцовый баскетболист. А Карлсон это можно закрыть? Да, с нее душки нет. Спасибо. А все, мы с нами пойдем. Хороших портретов. Больших и разных. Руки деревянные. Они реально сильно. Будет прикольно, если Карлсон это вообще не часть квеста. Да. Ну, пойдем. Куда нам? На Дворцово. Отлично. Два телефона у меня захвачены. Карлсон захвачен. Баскетболисты на Дворцово. Холодно же баскетболисты на Дворцово. Ну, а мало ли он в трениках? Питерскую походку. Каких-то. Ладно, пойдем обойдем. Я тоже не вижу. Ориентир — большой баскетбольный мяч. Желательно. Желательно. О! Нашла. Ну там впереди. Видишь мяч? Да. Блин, почему я без этого? Я чувствую себя слегка ущербной на данный момент.
Я представляю, какая-то к Саше придешь, потом просто Карлсон, шарики и куча всякой хрени в рюкзаке. О, нифига себе, Джордан. Нашли баскетболиста? Да, вон он, огромный мяч. О, привет. 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 Я, кажется, вас где-то видел, наверное, по телевизору. Наверное, да. Что хочу. Вообще, покидать мяч хотел. Покидать мяч? Игрушка. А Карлсон? Положи его, что ли? У нас только Карлсон. Давай, подержи. Ну давай, покидай мяч у меня. Смотря кто. Смотря о чем. Если женщина, то FIFA. Если футбольная лига, то FIFA. Это все не то. Потому что футбольный, баскетбол у меня это вообще не будет. Тогда НБА. Мы же не тупые вообще баскетболисты. Вообще разбираемся во всем. Очень, да. В искусстве. Знаем все галереи, какие здесь находятся. А ты, я думаю, не все наверняка знаешь. Я только у которой живу знаю галереи. Больше никаких не знаю. Вот сейчас проверим. Разобраться. Ну, как бы можешь, чтобы тебе помогали люди, без церкви спросить, где находится... Это мое. Где находится Третьяковская галерея? Без церкви здесь. Ну, как бы понятно, что в Питере. Конечно, но... в Питере, я уверена. Конкретно пусть тебе место покажут. Ага. И потом вернуться? Потом вернешься. Карлсон, а может, я на Карлсона. Понятно, я лучше. Сане там проехаться. Ты посмотри, какая карта. Москва. Карта Петербурга. Ты смотри, вот. А я что, в Питере? Нет, я в Питере. Он не заберет. Он не заберет. Не видно на фотографии. Полетели. Давайте обратно. Можно, да? Спасибо вам. Ого. Баскетболиста-то уже взяли поворот.
А с Карлсоном не хотите? С каким? А вот у меня Карлсон. Ну, что ты всем Карлсона своего впихнуть хочешь? А вы за это деньги берете, да? Да. По возможности. По возможности берем. А Сибирь с какого города? Новосибирь. Ага. Баскетболисты уже прихватили. Вот, они точно знают. Сибирь. А мы же за ним можем? Нет? Нет? А, стыдно, господа. Ой, людей никто не может спросить. Вообще, уже шестеро спросили. Шестеро как-то? По парам. Не по парам. Пара по парам. Мы сами отсюда. А мы сейчас где? Отсюда это. Так, уже хорошо. Осталось найти Третьяковскую галерею. Еще немного, и я поверю, что у нас здесь есть. Ну, хотя бы еще двух спросить, ну, так, кто-то да. Должен. Так там они сказали местные, но где же я. Девушка с дубльгизом почти помогла. А может спросить вот их, они эти. Ну, не знаю. Вот Фёдор первый знает. Он основал её. По-любому. О, ребят, а вы не подскажете? Где находится Третьяковская галерея? Пожалуйста. В Москве. Нет, она здесь. В Москве. Мне сказали, я сюда приеду. В Москве. Это правда, да? Ну, естественно, видишь. Да-да. Нас снимают. Вы не настолько тупые. Она мы не всем подошли. А, камеру видно? Ой! Ну, осталось Петра Первого. Вот там прям как не знает. Короче, едем в Москву, квест не продолжится знает. Там. Не... Все вообще никакого развития. Типа справилась с заданием? Что-то? Ну, типа да. Типа что-то справилась. Должна получить теперь за это. Что-то. Хочу. Заберите, есть тут шифр один. Блин. Опять ребус. Дайте карту вашу. У меня уже полный карман. 103,3 вверх, 2,3. Остальные ребусы ты разгадала? Да. Я как бы умна. Так, все использовала? И конфеты всем скормила. И голубец нашла в телефоне. А Карлсон зачем? А я не знаю, я думала, он часть. Он сидел привязанный к мосту. Он не часть? Он сидел привязан к мосту, прямо около художника. Я подумала, что это часть. Значит, это 3 вверх. Мне кажется, что ты еще не использовал по-любому. Газетку? Книжку? Сейчас книжку. Опа! Ах, вот для чего она. То, что я умная, я погорячилась. Так окаменевшие руки просто. Страница 103. Третья сверху. А что душегуб? 2,3. Третья сверху.
пока на этом не скажу, где молодец. А дальше нет. Если сверху. Два и три. Два, три, наверное, букву. Два, три буквы. Два, третья сверху. Строка. А что душегуб? Что значит 2 и 3? Я думаю, буквы. Ну, ЧТ. 2 и 3. 3 правильно, а 2 неправильно. Ты угадала, что это буква. Что может означать 2? Второе слово. Третья буква. О! 22. На земле. Может, там записывать? Да я запомню. Точно. О! Третья снизу. Второе слово. Третья буква. Б. Обух. Чуть не тупо. 22-й, чувак, я не... 22-й, я уже все немножко того. Третье снизу, первое слово, первая буква. Оп. 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 Опа. Снизу. Третья слово. Третья слово. Седьмая буква. Нет, седьмая буква. Поскольку не тупой баскетбол, нет. Мне кажется, что-то не то получается здесь. Могу тебе сказать. Первое это. Страница. Давай еще с первого начнем. Нет, ну так все окей. Может быть, стрелочка вниз, это значит... Сверху. Может, наоборот, да, может, я наоборот поняла. Ну, как бы вот так, вжух, вжух. Третья вот отсюда. Раз, два, три, вот так. Второе слово, третье. Н. Переснимаем сначала. Н? Смотри, что три? Третье снизу. Второе слово в конце. Третье, буква Н. Что третья страница? Третья сверху, если это принято. Что лучше будет? И что? Второе слово? Третья буква, да. Или у нас предлоги не считаются? Тогда будет ш. А может быть третья буква просто в принципе третья буква? То есть не слово? Но слово ты знаешь. Да. И ни одно не подходит, да? Я не знаю, как это написано. Давай 51. А давай попробуем с последней. Да, я вот и говорю, давай с конца попробуем. 11 вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вижу где-то. Первое слово, пятая буква. Т. А если 11 вот так вот отсюда взять, снизу, снизу? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, 40. И какое там получается? Первое слово? 40. Больше. Там нет пятой буквы. Очень странный шифр. То ли баскетболист тупой, то ли я. Из нас такой. Вам не видно, что я? Нет, ты очень баскетболист. Шифр просто не я пишу. Я понял. Может, тут просто эти буквы зашифрованы? Попробуйте как-нибудь по-другому скажу.
есть недалеко мифологическое, ну, существо, можно сказать. Человек, существо. Недалеко. Даже их несколько. Тоже такие спортивные. Геракл, ой, Атланты. 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 Мы угадали. А Карлсон нам не нужен? Мне кажется, надо его отнести туда. Почему-то мне так кажется. Атланта? Спроси Атланта главного, нужен ли нам Карлсон. Пожалуйста. Да пусть будет. Не, пусть будет. Иди к Атлантам. Идем? Давай шарик туда приведешь. А ты играешь? Сыграем. Are you serious? Чё, замерзли? Да. Серьезно? Ну так. Оператор, конечно, живой. Оператор. Да. В перчатках. Хорошо. Ну, понравилось как-то? Очень. Да? Очень. Песня про хорька. Ты я пела вот так? Да. А что мне понравилось? Троллить людей. Спрашивать, ну где Третьяковская галерея? Чего отвечали? Кто-то говорил, я не знаю. Девушка искала в Дубальгисе. Одна рассказывала, что... Ну, то есть все-таки в Москве. Ну, кто помоложе, такие, а, это пранк, да. Так это, а мы сейчас где? В Питере, я говорю, нет, вы не понимаете. Нет. Нет. Такого быть не может. Я говорю, здесь Третьяковская галерея, специально сюда прилетела. Вот Эрмитаж, я нашла, где Третьяковка, да. Ну, ну, смешно. Ну, шифром ты что-то, по-моему, напугала. С каким шифром? С шифром? Спасибо. Нет, расскажи, почему. Ну, там как не было склеилось. Это я не склеилась, слышишь? Пойдемте пить кофе. Пойдем. По кофе.